Химках. Это отдельная, правда, для меня честь, потому что это мой родной город. Здесь я прожила больше 20 лет. В Химкинской картинной галерее имени Горшина торжественно открыли выставку художника-пастелиста Натали Михайлюк. Здесь представлены картины, выполненные в технике сухой пастели. Экспозиция посвящена загородной жизни в России. Здесь у нас представлены работы из выставочного проекта «Русская усадьба». Этот выставочный проект был мною скорее рожден, чем придуман, несколько лет назад, когда я переехала жить за город. И с тех пор, за последние годы, он уже очень много путешествовал по разным городам, областям, и я очень рада, что в этот раз он приехал в мой родной город. На выставке представлено 30 работ. Их автор Натали Михайлюк рассказала гостям о каждой картине. Все они воспевают красоту родной природы. Поэтому поезд в нашем пейзаже, в данном случае в подмосковном. А вообще в этом проекте у меня картина, где поезд ездит в разных пейзажах России. В экспозиции картины с изображением предметов дачного быта, приусадебные цветники, букеты с полевыми цветами. Дополняет выставку инсталляция на тему дачной жизни. На открытии художница показала, как создает свои шедевры, тем самым впечатлила гостей. На самом деле мне понравилась сама по себе экспозиция, подача самой выставки, потому что очень хорошо, что представлены инсталляции, представлены предметы, которые напоминают нам, ну, мне, например, о детстве, кому-то о детстве, о юности, о взрослой жизни. Ну и, конечно же, мастер-класс, который впечатляет, когда на глазах рождается произведение искусства. Выставка «Русская усадьба» помогает отвлечься от городской суеты и насладиться размеренным, неспешным миром загородной жизни. Увидеть работы Натали Михайлюк химчане могут до 2 августа. Елена Тараненко, новости, Химки ТВ.